депутатам парламента об инциденте, я не знаю, как его даже назвать, который имел место во второй половине дня 15 числа. Мы наслышаны, что какая-то группа позвонила вам или сюда к вам в кабинет, вызвалась, попросили вас встретиться с ними, вы такую встречу имели, кто они такие, какой диалог, по какому вопросу. И какие намерения имели эти товарищи, которые пришли к вам? Вот вкратце, что я хотел бы спросить.